Зачем тебе все это надо? Зачем все эти тренировки? Какая польза от них? Я не знаю, но мне это нравится. Мне нравится поднимать эти железки. Они делают меня сильнее. Я чувствую это, я чувствую, как оживаю, когда поднимаю эти железки. Даже когда нет настроения, я иду в зал, поднимаю железки, и у меня становится крутое настроение, удивительно, да. Что за магия, как будто во время тренировки идет заряд энергии, это крутое ощущение, когда мышцы налиты, ты вышел из зала, идешь по улице, на тебя обращают внимание, это тебя еще больше заряжает, ты кайфуешь от этого, классное ощущение. Многие меня считают спортсменом, так они думают, я им говорю, я не спортсмен, я качаюсь, для меня это совсем не спорт, это скорее образ жизни, потому что это увлечение изменило меня полностью, и мне это нравится, я не знаю, какой бы я был, если бы не качался, я не знаю и не хочу знать, потому что я счастлив, что я в 2004 году пришел в тренажерный зал, и моя жизнь начала меняться вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, он открыт для всех.